Всем привет, с вами Лордик. Сегодня я обозрею новое обновление для People Playground. Вы подпишитесь, поставьте лайк, и я вот начинаю. У нас добавили новую карту, реактор, опять. Ну что, давайте зайдем на нее. Мне уже страшно, я не заходил туда. Что же у нас тут будет? У нас тут находится огромный, похоже, что ядерный реактор. О боже, ребята. Тут карту нужно обозревать жестоко. Так, давайте посмотрим, что у нас в настройках вообще изменилось или не изменилось вообще. Так. Чуть-чуть поменяю. О, все отлично. Так, это мы удалим. Так, перезапускаем карту. Что у нас тут есть? Температура реактора. Это что было? Так, давайте для начала... Если что, никаких модов тут нету. И то есть, ну, их нет. Current reactor data. Power target. Cooldown, то есть, depth. То есть, его, получается, можно взорвать. То есть, тут что-то уже взрывается. Есть новая штука. Причем одна. Есть decoupler. Decoupler, это... Она может, то есть... Это состоит из двух штучек. Например, какие-то корабли, ну или космические шаттлы. Вот даже есть такая догадка, когда они фиксируются или расфиксируются, то есть у них такое происходит. Возможно, добавит космос. Да, возможно, добавит космос. Я сделаю еще по этому отдельное видео. Давайте же протестим, что у нас за картой или под картой. Вот это, конечно, да. Так. У нас тут находится реактор, с которым мы ничего пока что не можем сделать. Но сделан он и вправду хорошо. Что у нас добавили здесь? У нас не добавили ровным счетом ничего. В бомбах у нас добавили новую бомбу. Это похоже, что подводная бомба. Если честно, выглядит она очень современно. И выглядит очень. Смотрите, за вот эти штучки похоже... Да, я был прав. Но, если честно, реактор выглядит очень жутко. Давайте же... Так, это... Да, это, наверное, подводное видно. Давайте же заспавним фонарик. И начнем с наши эксперименты. Так, как выглядит карта? Карта выглядит вот так. То есть ничего необычного. Что у нас на ней есть? У нас есть лифт, который рабочий. Вот. Угу. Что у нас здесь находится? У нас здесь находятся компьютеры, с которым мы никак не можем повзаимодействовать. Столы, которые мы можем подвигать. И у нас добавили новые штуки, а именно компьютер, клавиатура, монитор и стол. Ребята, это просто классно. Теперь моды не нужны. То есть у нас послушали разработчики и добавили стол, то есть монитор, то есть все вот это вот, оно рабочее. Блин, ну это очень круто, если честно. Это очень круто. Давайте же разберемся с этим реактором. Что вот это вообще такое? И вот эти трубы мы можем отсоединить. Так, стопэ, подождите. Мне стало уже интересно. Меня это очень сильно заинтриговало. Так, давайте же его увеличим. И поставим где-то здесь. Это, кстати, без мода на камеру. Так, что у нас есть в этом реакторе? Мы сюда можем заспавнить? Да, мы можем здесь заспавнить человека, и он сразу же начнет превращаться в кое-что. Но, если честно, выглядит реактор не очень красиво, но карта очень атмосферная. Эти трубы, что делают эти трубы? Так, у нас тут написано low температура, маленькая температура. Угу. То есть это мы никак не можем повлиять с этим. Оно очень сильно быстро охлаждается. Оно в минус уходит. Окей.
нас тут человек все равно так делает. Что вот это такое за жидкость? У нас жидкость должны это были добавить, но ее не добавили. Давайте же попробуем ее набрать. Только как? Я себе не представляю. Давайте же попробуем как-нибудь повзаимодействовать с этой жидкостью. Угу. То есть, это жидкость. Так, давайте попробуем отсоединить тогда трубу от реактора. Кстати, она тянется. Да, это какая-то мини-фольга, что ли. Так, у нас тут больше ничего не добавили. Тут. В машинках тоже ничего. Тут тоже ничего. Так, ну, очень, как по мне, интересно. Угу. Давайте же попробуем вот эту трубу еще отсоединить и посмотрим, что будет вообще происходить с реактором. Вы видите, как искажает бутылку вообще, посмотрите. Вот ее хитбокс, и посмотрите, как ее вообще искажает. Давайте же сразу будем искать пасхалки, которые могут прятаться и которые могут найти другие ютуберы. Я не хочу, чтобы это находили. Я видео не выпускала из-за того, что, ну, то есть, я хотела дождаться обновлений, сразу же с фоталочки, ну, его обозреть. И вот эта вот дверь меня смущает. Вот эта вот дверь, то есть, ее не взорвать, ее никак не открыть. И есть вторая дверь. Есть вентиляции. Вентиляции есть... То есть взрывы. Так, у нас тут что-то горит. А, это чили. Так, если взрывать. Уря! Я думаю, дай на икону. Так, у нас реактор непонятно, что вообще. То есть у нас тут что-то пикает. Я уверен, что какие-то люди возьмут вот это все, санализируют и найдут тут что-то, что, не знаю, поразит весь мир. Давайте попробуем увеличить. Посмотрим, что произойдет. О, кстати, ребята, я реактор убрал. Вы слышите? Это... Что-то пикает. И при том, что-то нас очень сильно предупреждает. Вы спросите сейчас, что я делаю? Я вижу то, что тут есть температура, то есть до 15 тысяч. Но только вот эта лампа может разогреться всего до 1000. Значит, это источник бесконечного тепла. Что же у нас еще есть тут? Вентиляции, лампа, которую можно заспавнить, но с этой лампой никак не взаимодействовать. Я вру. Подождите. Что-то с челиками стало. Они как-то стали проще рассыпаться. Ну, еще небольшие багфиксы добавили, то есть по взрыву бомб у нас ничего не добавили. Ну, а я всех благодарю за просмотр, что посмотрели это видео. Всем спасибо за просмотр. Если вы хотите еще больше видео по PvP Playground, подписывайтесь на канал. А с вами был Лордикс, и всем пока-пока.